Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hard Reset Info. Перед нами Samsung Galaxy A12s. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на этом телефоне навести будильник. Для того, чтобы это сделать, нам нужно найти приложение, которое называется «Часы». Оно всегда по умолчанию уже предустановлено на наш телефон. У меня она находится здесь, вам нужно поискать, где она есть. После чего в этом приложении нажимаем на плюсик, чтобы создать новый будильник. И здесь мы можем выбрать время, во сколько данный будильник прозвенит. К примеру, в 7:21 пусть будет, ладно. И здесь выбираем, когда он будет повторяться, к примеру, понедельник, вторник, среда, четверг и пятница. Субботу и воскресенье он повторяться не будет. Также здесь мы можем настроить звук будильника, вибрацию и паузу, после чего нажимаем «Сохранить», и наш будильник был создан. На этом все. Если у вас остались какие-то вопросы, то пишите их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!